Какой валютой ты пользуешься? Конечно же, рублем. Но почему? Ведь существует так много валют. Рубль – это обмен деньгами. Это не только бумажки, но и монетки. Рубль – это миллионы свежих денег. Рубль – это община. Рубль – это рост. Представляешь, рубль вырос. Рубль – это свобода. Рубли! Ао. Да, конечно. Бери рублями. Рубль!